Евгений и Ксения – молодые супруги. Их семье чуть больше 2 лет. Оба врачи-психиатры. Живут и работают в Шадринске. Общая профессия и познакомила будущих многодетных родителей. Познакомились мы с ней на специализации. Она училась в Оренбурге, в медицинской академии. Я в Тюмени, в медицинской академии. Познакомились в Тюмени на специализации, когда получали профессию психиатра. И в итоге подружились, стали общаться. Я понял, что это та женщина, за которую я должен выйти. Приехал в Шадринск, познакомился с ее родителями, ну и остался здесь. Сообщение о тройне привело Евгения сначала в шок, но потом он решил, что справится. И жену успокаивала, что все-таки мы не, как сказать, что обеспечены все-таки как-то и работа, и профессия есть, и родственников много. У Ксюши она единственный ребенок, семья. Я старший, у меня еще сестра есть, но и родня у меня все равно большая тоже, которая... Где-то 16 человек, наверное, только двоюродных сестер, братьев. Родителей тройняшек приехал поздравить губернатор Курганской области Олег Богомолов. Я рад тому, что это все случилось, что все хорошо, что ребятки здоровые, чтобы все они, и Глеб, и Арсений, и Юля, чтобы они все росли, чтобы они были здоровенькими. Слава Богу, что у нас построен такой центр. Жень, ты как специалист, как врач, должен сказать, понимаю, что спасибо, на самом деле это современный центр, в котором можно все это делать. И мы рады тому, что сегодня он работает на проблемы решения проблем материнства, детства. Именно благодаря профессионалам перинатального центра малыши Глеб, Арсений и Юлия появились на свет и за 2 месяца научились дышать, кушать, прибавили значительно в весе. Мне бы хотелось выразить огромную, глубокую признательность, и это не подобрать слов, как я благодарна нашему перинатальному центру, губернатору за то, что выстроил этот центр, всем врачам, которые оказывают такую квалифицированную помощь, среднему медперсоналу за терпение, доброту, за добросовестный труд, за эти бессонные ночи и за то, что приняли наших деток. Олег Богомолов вручил молодым родителям сертификат на сумму 1 270 000 рублей. На эти средства семья в будущем сможет улучшить свои жилищные условия. Светлана Епифанова, Евгений Еремеев, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курган.ру».